завтрак будет так же. Дорогие друзья, я хочу сделать еще объявление. Присядьте на одну минуточку. Кто уезжает этой ночью, кто уезжает завтра утром, пожалуйста, подойдите, закажите пайки. Кто уже заказал, ну запишитесь, чтобы мы знали количество людей, чтобы пища не пропала, и чтобы вы все были обеспечены пищей. Это первое. Да, кто завтракает без пайка, это до завтрака. Вот такие вот пожелания, потому что мы физически не успеваем это все сделать. Еще один такой момент, который мне хотелось, ну, может быть, подытожить. Вот. Сегодня у нас еще допечатались диски. Кто вчера не взял их, те... Я уже заговариваюсь, я прошу прощения. Это диски, рекламный ролик нашего дома. Мы их вам дарим, чтобы вы могли повезти его себе домой. Кто желает этот диск взять, кто еще не взял, можете подойти и взять здесь. Хорошо? А сейчас? А такие диски вот есть у нас сестра Лена, да? Завтра с 8 часов утра. Кто чуть-чуть раньше, ночью подойдете, там всю ночь будет вам снимать. В школе, еще все, кто представлял свои проекты и не успел представить, подойдите вот сестре Вике, и те проекты, которые вы там записали, и те, которые вы еще не записывали, и чтобы это писали. 46 проектов, 46 человек. Пожалуйста, подойдите и получите свои пожертвования.
Който ти е правил вече е за